Достаточно быстро делал карьеру, открыл собственный салон. Клиентов у меня тысячи. Все отлично было до 24 февраля. Мы вводим военный стан на всей территории нашей державы. Кому хау? Кто хоть и кому? У меня есть обязанность помогать людям. Я должен это делать, хоть чем-то помочь, чтобы быстрее выиграть эту войну и прекратить эти убийства и все остальное. Если завтра нужно будет чистить унитазы и собирать бычки, но это нужно будет для победы, я вообще без проблем голыми руками это буду делать, потому что это нужно для моей страны, для моих близких, для моих детей и всех. Мы же большая семья, и мы должны быстрее выиграть эту войну и остановить кровь. Я живу так. Ти – перемога.